Наш клиент очень доволен, но он хочет остановить и двух оставшихся генералов, прежде чем они доберутся до истины. Мы получили информацию из надежных источников о том, что один из этих генералов, Михаил Бардаченко, допрашивает людей в подвале здания на Невском проспекте, которое принадлежит военным. Видео было снято скрытыми камерами почти 2 дня назад, поэтому мы должны спешить. Где-то в лабиринте коридоров этого здания находится ваша цель. Проследите, чтобы пленник, которого допрашивали, смог сбежать целым и невредимым. Ваше снаряжение, обозначенное как БДК, находится на складе возле ящика сразу за главным входом. Ходят слухи о том, что на генерала готовится покушение, поэтому охрана усилена. После выполнения задания у вас будет только один выход. Взорвите стену и пройдите через канализацию в метро. Мы обнаружили только одно место, где стена не очень прочная. Это место мы отметили на карте. Сделайте все чисто. Thank you.